Дорогие ленинградцы и петербуржцы, сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди самой благородной профессии – медики. Большинство врачей, медсестер, фельдшеров встретят свой праздник на работе. Кто в белом халате, кто в хирургической пижаме, а многие и в защитных костюмах. В мире множество опасных, а то и смертельных недугов. Между нами и болезнью стоят всегда врачи. Они спасают нашу жизнь, лечат, вселяют надежду и дарят радость выздоровления. Работа медиков требует не только глубоких знаний и опыта, но и такта, терпения, внимания и, главное, душевной чуткости. Всеми этими качествами обладают врачи и медсестры. Сегодня мир охвачен эпидемией коронавируса. Многие из вас сегодня работают в красной зоне, где ведут настоящую битву за жизнь и здоровье своих пациентов. Благодарность за ваш титанический труд правительство Санкт-Петербурга учредило знак отличия за доблесть спасения. Будут и другие награды, но самое ценное – это тысячи спасенных жизней. Дорогие врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки и все, кто работает в больницах, поликлиниках, других медицинских учреждениях, поздравляю вас с праздником. Желаю вам сил, благополучия и, конечно, здоровья.